Каждый человек желает быть богатым. И несмотря на то, как он относится к деньгам, в глубине души, он все равно желает обладать этими богатствами, жить так, чтобы ни в чем не нуждаться. Но, конечно же, здесь нужно еще понимать, что, безусловно, к деньгам нужно относиться правильно, хорошо. Потому что если вы относитесь к ним неправильно или считаете, что это зло, то ну, деньги к вам не придут. Деньги нужно любить, и тогда они взамен будут любить вас. Сегодня я познакомлю вас с авторским ритуалом Алены Полынь на деньги. Для того, чтобы в каждый, ну, целый год, в каждом месяце вам сопутствовала удача и приходили богатства, приходили земные блага. Для этого ритуала вам понадобится 12 красных свечей, не церковных, конечно же, и пшено. Пшено, безусловно, вы должны купить с почином. Многие, конечно же, знают, да, что это такое, но если кто смотрит видео первый раз и не понимает, о чем я говорю, тогда для вас пояснение. Почин. Это значит, что нужно приобрести в магазине пшено. Во-первых, это должна быть отдельная покупка, а не так, что вы покупаете, ну, что-то в целом, скажем так, пришли в магазин, да, и начинаете покупать целую кучу продуктов, в том числе и пшено. Нет, для магических ритуалов покупаются вещи отдельно. Итак, вы приобретаете пшено и оставляете за него немного больше, чем оно стоит. Это и есть почин. То есть, либо не берете сдачу, но тогда сдачу не берете всю, либо оставляете отдельно. В идеале это 3 пяточка, то, что кратное 5 лучше. Да, это может быть 50 рублей, ну, кто сколько по возможности оставит. Если вы оставляете просто какую-то мелочь, тогда как берете рукой? Ну, сколько вот взяли в руку, столько и положили, не отсчитывая. Иначе силы расценят это как жадность. Особенно учитывая, что вы хотите провести ритуал на богатство, то уж поверьте, силы вам не то, что богатство не дадут, а еще и могут наказать за это. Поэтому жадность здесь просто неуместна. Итак, берем 12 красных свечей. Я повторю, не церковных. Зажигаем их, пшено насыпаем в ну, какую-нибудь красивую тарелочку насыпьте. И нужно сказать такие слова. Золото земля людям дает. Золото пшено на земле растет. 12 месяцев в году. В каждом я к богатству приду. Заклинаю. Слова заклинания нужно сказать 12 раз. Свечи, конечно же, должны полностью догореть до конца. А если у вас огарки останутся, их нужно будет отнести под дерево. А пшено просто можно сохранить. Кстати, пшено можно сохранить, оставить его в течение, ну, скажем так, года. Пусть оно у вас в этой красивой тарелочке стоит. А потом с благодарностью просто покормите птичек. И, конечно же, не забывайте, получая блага каждый месяц, благодарить силы и Алену Полынь за те ритуалы и за ту помощь, которую вам оказывают. Увидимся!